На базе Российского университета дружбы народов прошел 5-й конгресс с международным участием. Ранние сроки беременности. От прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы в вспомогательных репродуктивных технологий. Медицина ранних сроков беременности – одна из наиболее динамично развивающихся областей научных и практических знаний. Копилка исследований пополняется стремительными темпами, вбирая в себя все новые открытия. Почему здоровая беременность становится все более редким явлением? В связи с чем выросли потребности во вспомогательных репродуктивных технологиях? Почему увеличилась частота врожденных пороков развития? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты, делегаты и гости мероприятия. На этом конгрессе, на самом деле, я 4-й раз. Ранние сроки беременности в Рудене. Виктор Евсеевич Радзинский. Хорошее сделал начинание, то, что проводит такие конгрессы. Для врачей, акушеров-гинекологов из Москвы, из всех регионов России это очень важно. Узнать все новые темы, какие-то обсуждения тем насущных, которые мы используем в своей работе, это очень интересно для нас. И поэтому многие врачи, кто имеет возможность, приезжают сюда из года в год много лет. Работаю акушер-гинекологом в течение 38 лет. В основном женская консультация на приеме. И мы принимаем и беременных женщин, и гинекологических больных. Вот. И вопросы, обсуждаемые вот на данных мероприятиях, мы посещаем их неоднократно, регулярно, которые проходят в Москве, и помогают нам ответить на многие наши практические вопросы. Также в рамках конгресса прошла выставка, где представители различных фармацевтических компаний показали инновационные препараты, которые способствуют развитию здорового протекания беременности на ранних сроках. Наша компания представляет препарат «Фемибион», уникальный метафалин-содержащий комплекс для беременных. Также наша компания представляет такие препараты, как «Цитрин», «Найсгель», «Экзифин», «Бион-3». Сегодня представлены препараты женского и мужского здоровья. Препараты «Дюфастон», «Фемастон», «Вагинорм-С». Препарат «Дюфастон» помогает сохранить беременность, выносить пациентке здорового ребенка. Также применяется при подготовке пациента к беременности и большой перечень показаний при нарушениях менструального цикла. Телевидение Руден. Новости.